Всем привет! По многочисленным просьбам я решил все-таки наконец-то записать гайд по паладину и представить вашему вниманию паладина в аспекте нападения ПВЕ, аспект нападения ПВП и аспект защиты. Ну, собственно, билд выглядит приблизительно следующим образом. Берем весь в первом ряду все на тройку. Второй ряд мы берем клеймо «Карающий меч». Сожжение. Берем аспект, конечно же, на тройку, чтобы, так сказать, много дамажить. Ярость света. Берем усиление казни. Анафема. Я лично беру сияющую цепь на 3, поскольку это, ну, как по мне, достаточно полезный скилл. И смертный приговор также на тройку, поскольку дополнительный урон под буш на цели вам никогда не помешает. Покров света на 3, вмешательство на 2. И узилище хотите берите, хотите не берите. В данном случае я его возьму. Первое поле вех развития. Мы берем только самые необходимые вехи, которые способствуют увеличению урона и добываем добычу классовых ресурсов. Собственно говоря, вехи во втором поле берутся приблизительно по такому же принципу. За исключением мы добираем еще крепкую броню. Это наш дополнительный сейф, который нас будет подхиливать. И берем АУЕ скиллы. Веха Солнцеворот достаточно ситуативна, и вы ее берете исключительно на свое усмотрение. Ну и в последнем поле развития я беру массовый вызов и обычный вызов для ситуативного сейва своей группы. Статы при игре на паладине я использую приблизительно такие соотношения, как и буки мастерства и беспощадности, приблизительно 1 к 1, ну и 250-300 решимости. Объясню, почему такое большое количество решимости. Дело в том, что у паладина большинство урона это все-таки АОЕ, поэтому набить решимость не будет составлять для вас никакого труда. По специальным атакующим характеристикам я беру 260 двойной атаки, 330 стремла. По защитным характеристикам вы можете наблюдать сами. Как бы 350 осторожности, 3 шмотки в живучесть по стандарту и физическая и божественная защита. Это, конечно, все здорово, можете сказать вы, но как все-таки дамажить паладином? Давайте перейдем к этому. ДПС-цикл у паладина не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. И выглядит он следующим образом. Первым делом вы прожимаете обет чистоты, который вешает на вас баф на увеличение вашего исходящего урона и на уменьшение входящего урона. И совершаете рывок карающим мечом. Прожимаете ярость света и начинаете набивать стаки палача, которые впоследствии вы снимаете скиллом под названием казнь. Также появляются стаки добивания, которые используются для усиления сожжения и снимаются соответственно с скиллом под названием сожжение. Также ярость света на вас вешает баф святого гнева, который увеличивает весь исходящий вас урон в течение данного времени. Ротация постоянная и с течением времени не вызывает уже никакого труда при ее исполнении. Также дополнительно вы на цель вешаете анафему. Если вам нужно притянуть к себе цель, вы используете сияющую цепь и закидываете смертный приговор. К сожалению, манекен к нему не восприимчив, но согласно описанию, цель получает 4 уровня смертный приговор, который вешает, во-первых, раны, а дополнительно увеличивает урон, входящий по самой цели. Нишествие, грубо говоря, это блинк в цель, который вешает на цель непосредственно бафы уязвимости на 4 секунды и ослепление.
Дает также дополнительно 10 стаков пылающего клинка. Следующий скилл — это покров света. Щит, тот самый щит, который мы с вами взяли на тройку. Это щит, который закидывается на вас и вашу группу в целом. При увеличенном количестве решимости количество самого щита увеличивается. И также вмешательство света. Вмешательство света — это подхил для пати, который, если у членов пати или у вас количество здоровья менее 90%, вешает на вас баф защиты и подхилит вас. И в случае, если у вас больше 90%, вешает на вас эффект коварки. ПВЕ билд на паладина выглядит следующим образом. Статы в ПВЕ аспекте я использую следующие. По максимуму решку, немного беспощадности, немного мастерства. Также двойная атака, стремительность. По защитным статам это осторожность и сосредоточенность. Ротация в ПВЕ билде сходна с ПВП. Единственное, что к вашей ротации добавляется святая земля, необходимо по КД вешать сожжение и анафему, для того, чтобы держать решимость на максимальном уровне. Также дополнительно в ПВЕ вы можете использовать отмещение, мощный удар, как написано в описании. Ну, сейвы абсолютно такие же. И в ПВП аспекте я не затронул такое умение, как узилище. Вот, выглядит это следующим образом. Грубо говоря, вы ставите клетку, которая работает по принципу антре у барда. Ну и перейдем к самому сложному и непонятному, по мнению многих игроков, в паладине. Это к аспекту защиты. Билд паладина в защите в моей интерпретации выглядит следующим образом. Статы я использую следующее. По максимуму заливаем стойкость, по максимуму заливаем стремительность. Божественный урон берем на свое усмотрение. Я не знаю на самом деле, какую он роль играет, но когда-то давно я с ним танчил, ну и с тех пор, соответственно, ничего не поменялось. Вот, три вещи мы закидываем в живучесть и делаем 300-350 осторожности. А теперь перейдем к самому интересному. Это к ротации в танке. Первым делом мы прожимаем, как всегда, канон. Обед чистоты. Вешая на себя в данном случае уже баф, который будет играть больше защитную роль, нежели атакующую. Совершаем рывок и начинаем настакивать каноны. Для того, чтобы воспользоваться скиллом «Святая земля». Находясь на святой земле, урон по паладину значительно снижен, а применение таких уронов, как удар щитом, вешает на вас дополнительно щит. Также щит мученика и заслон работают в увеличенном, так сказать, режиме. То есть увеличивается количество исцеления от щита мученика и увеличивается щит, который дается заслоном. На самом деле объяснять на пальцах ротацию, как жить в паладине, очень сложно, но я на данный момент как бы вам расскажу, и далее я уже прикреплю ролик, чтобы было хоть более-менее понятно, что да как тут происходит. Как бы защитная ротация выглядит следующим образом. У вас будут появляться 4 барьера, которые имеют свойство забиваться. Как только забиваются все 4 барьера, вы используете щит мученика, который по сути все вот эти 4 барьера преобразует в один барьер. Очень много слов скажете вы, но на самом деле так оно и есть, по-другому это уже никак не объяснить.
Затем то количество урона, которое вы оставляете в данном барьере, вы числите умением заслон, который вешает на вас щит и убирает, так сказать, тот барьер, который наиболее забит уроном. Ну, собственно говоря, на этом все. Я затронул только основные моменты и не углублялся в мелкие детали касательно паладина. Все эти мелкие детали вы сможете понять в процессе игры. Спасибо всем за просмотр. Не забываем поставить палец вверх и подписаться на новые видео. С вами был Аргус из Золотой Орды. Всем пока!